выгодно. Покупать автомобили Рено в Нефтекамске. Терамобил на Янаульской 1А. В первенстве России по киокусинка и карате приняли участие около 600 спортсменов из 39 регионов страны. Это девушки и юноши 12-13 и 14-15 лет. Нефтекамск в сборной нашей республики представляла Анастасия Захарова. Она заняла 4-е место. А после завершения соревнований подопечных настало время их наставникам совершенствовать свои умения. Они прошли международные учебно-тренировочные сборы и аттестационные экзамены для руководителей, тренеров, спортсменов с участием японских инструкторов. Ямамото Кенсаку, тренера национальной сборной Японии, и Ишихара Тадаши, многократного призера абсолютных чемпионатов мира и Японии. Цель регулярных масштабных сборов – это общение между спортсменами, повышение и подтверждение квалификации, а также программно-методическая помощь от признанных мастеров карате.